Сойдет? Я думаю, сойдет. Приветствую, дорогие друзья, мы начинаем нашу трансляцию. Сегодня это Hellblade. Как ее зовут вообще? Senua Sacrifice, наверное, так правильно читается. Я не знаю, на самом деле, как. Но, наверное, это не важно. Начинается трансляция, начинается стрим. Всем привет, кто пришел. Привет, Петр, привет, Бейлор. Все. Я вот никогда не играл почему-то в Hellblade, хотя она вышла уже довольно давно, и я не знаю, почему я в нее не играл. Поэтому я сейчас такой говорю, а поиграю-ка я в Hellblade. Вот, поэтому я сел и играю. Ваше здоровье, ландромат на экранах, зрители в чате, хорошее настроение витает повсюду. Здравствуй, кто ты? Впрочем, не важно. Приветствую. Со мной ты в безопасности. Я буду здесь, рядом, чтобы тихонько говорить с тобой, не тревожа других. Послушай, расскажу тебе о Senua. Ее история уже подошла к концу, но сейчас начинается снова. Это голова? Голова, да, в мешке дышит? Она дышит. Голова дышит. Она все ближе, Тилион. Смотри, они видят, они знают, что ты здесь. Это путешествие глубины тьмы. После этой истории других историй не будет. Они чувствуют, что ты идешь, они идут. О, извини, я забыла рассказать тебе о других. Ты ведь тоже слышишь их? Они всегда здесь со дня трагедии. Ну, да, это не совсем верно. Некоторые из них тут давно, некоторые недавно, но все они изменились. Думаю, тьма изменила их так же, как изменила ее. Может их увидеть. Я не могу и пока двигать мышью, не могу управлять ей. Смотри. Там впереди. Ты тоже видишь? Да. Это место действительно существует. Она добралась наконец. Это страна тумана и мрака. Северяне зовут это место страной Хель. Оглянись вокруг, ты их увидишь. Утопших, больных, убитых. Они повсюду. Их тела гниют на полях и реках страны Хель. Но здесь мертвые не всегда лежат спокойно. Нет, в этом месте они не покоятся с миром. О чем она думает? Я расскажу тебе. Ей страшно. А тебе бы не было страшно? Кажется, она должна была уже привыкнуть к этому за столько лет. Но тьма... Тьма разрастается. Становится темнее.
зависает над ней. Можно притвориться, что ее нет, отворачиваться. Но она всегда рядом, хоть и невидимая. Там, где ты уязвимая всего. Она как будто знает, сколько тебе нужно света, чтобы видеть ее удушающую мощь. Ты думаешь, что она очень храбрая, раз подобралась так путешествие одна, но ее движет не храбрость. Храбрость для тех, кто боится смерти. Так, тянуло гораздо, гораздо глубже. Приехали. Что это за башка у нее на плечах? Точнее, не на плечах, на поясе. Что она ищет? Что осталось позади? Я знаю, о чем она думает. Я слышу ее мысли. Еще не поздно, естественно, лодку и вернуться. Никто не осудит ее. Никто об этом не узнает. Она слышала нас. Пути назад нет. Сына отталкивает прочь мир, которым все стремится причинить только боль. Возвращаться незачем и ждать можно только худшего. Может быть, ты пойдешь с нами? Может быть, у тебя тоже есть место в этой истории? Окей, теперь мы можем поиграть. Не бить, не прыгать, не скакать. Только shift бегать. Что за руна? Фокус, Сенуа. Сфокусируйся, и ты увидишь. Что я должен увидеть? Это руна, которая ничего не делает. Нам нужно идти дальше, видимо. Чувствительность выше не очень большая, может повысить ее. Куда нам нужно идти? Видимо, здесь через кусты. Они идут, трусиха, беги. Видимо, у меня в воду. Тьма приближается. Она желает жизни. Она изголодалась по жизни, как стая волков на охоте. Но она не остановится. Не теперь. Ты видишь? Стена, страна мрака и тумана. Старый дурак был прав. Как он говорил? Река ножей, за которой лежит страна Хель. Место, которое зовут Хельхейм. Он потерян. Ты не можешь его спасти. Где ты? Сенуа, сомнений нет. Источник тьмы где-то в Хельхейме. И богиня Хела держит его душу там.
ее милого возлюбленного. Дилиан. То есть это голова Дилиана у нее. И это скандинавская мифология. Она отправилась в страну мертвых, Хельхейм, чтобы выбить душу ее возлюбленного обратно к тебе. Окей. Почему не повернет назад? Она делает ради него. Она хочет спасти его. Он уже мертв. Но душа его по-прежнему в Хельхейме. Его душа еще жива, она должна дать ему покой, она никогда не спасет его. Она не может оставить его гнить там. Она должна попытаться. Мост Хельхейм. Я не помню его название. Она тоже забыла. Но она помнит, что пройти по нему могут только мертвые. Такое забыть сложно. Старый дурак сказал, что к нему есть тайная дорога. Посмотрим, что будет дальше. Куда ж нам идти? Здесь море, здесь не пройти. То есть нам налево. Как он говорил, река Пик, Пики точены, ну что-то типа того, ладно, неважно, нам сюда не нужно. Ну, естественно, пока мне нельзя пройти. Окей. А зачем сюда вообще тогда вход организовали? Ну, могли бы загородить здесь все полностью камнями, или это сделано специально для того, чтобы можно было осмотреть море? Здесь можно пройтись, кстати. Есть ли смысл? Я думаю, нет. Здесь, скорее всего, просто вот, да, здесь просто дальше не пройти. Здесь был какой-то режим, режим фото. То есть, видимо, здесь можно просто скриншоты делать таким образом. Есть две реки. Одна с пиками точно, другая тоже. Везде пики. Слева пики, справа пики. Сверху пики. Вспышка слева, вспышка справа. Я как понимаю, тут чекпоинты, точки сохранения. Наверх, карабкайся. Что наверху? И как же карабкаться? Я не могу нажать ничего. А? Управление. Бег, взаимодействие, взаимодействие. Двигаться с блоком, посмотреть, взаимодействовать. F. Окей. И смотри вниз. Почему не смотри вниз? Из-за страха? Не знаю. Внизу довольно таки спокойный вид. Хельхейм. Значит, нам туда нужно забраться. И это тайная тропа к мосту. Ты не знаешь, куда ты идешь. Ты знаешь, где ты? Давай вниз. Спускайся вниз. И как мне спуститься? Видимо, так же на F. И сюда уже обратно не подняться. Зачем она это сделала? Теперь она не сможет вернуться. Нет, вот она. Тайная дорога. Вот и закрытые ворота. Печать. Магия. Печать. Руны. Что это? Вид. Я вижу руны. Рунический замок. Не убивай меня. Я не из них. Я просто прячусь. Я знаю, если прятаться, то дольше проживешь. Я не дамся больше этим ублюдкам. И меня не поймать! А кто ты? Труд? Это ты? За мои рассказы о северянах меня прозвали Друтом. Лжецом. Старым дураком. Но Друт знает правду. Я рада, что ты здесь. Ты держал свое слово. Вести тебе в этой жизни и в той. Я буду рассказывать тебе свои истории о Хель, если ты позволишь пойти с тобой. Расскажи мне все истории снова, старый друг. Я слушаю тебя.
руны впечатают врата в ад. Сосредоточь свое внутреннее зрение, и ты увидишь скрытое в открытом. Что нужно сделать? Посмотреть мышкой? Нет. Уклониться, блок, левый контрол. Левый контрол, блок, спейсбар. Это тоже пока не нужно. Сосредоточение. Е. Yeah. Окей. Okay. Я вижу одну. Удержи ее своим внутренним взором. И найду такую же, чтобы открыть врата. То есть мне нужна руна М. И теперь нужно найти такую же. Где же я ее буду искать? Нужно вернуться? Я должен найти ее где-то здесь. Просто значок отображается только здесь. Но, возможно, мне нужно отойти подальше. Я пока не знаю, как это работает. Давайте попробуем отойти. Эта руна здесь повсюду. Она здесь реально повсюду. А, вон она. Да она повсюду здесь, реально. Теперь нет. То есть где-то здесь она находится. Ага. В тени. Гляди на ворота. И ворота откроются. Руна была на тени. Ого. Забавно. Иди сквозь ворота. Что за воротами? Небезопасно. Ворота открыты. Как? А, подожди, вот так, наверное. Шесть лет я был рабом Пьель. Но я следил за семирянами. Изучил их. Я знаю, что это так. Излушала меня, хотя другие смеялись. Мой народ дорого за все заплатил. Храни мои истории, и вместе мы покажем северянам нашу ярость. Хороший вид. Мокрая доска. Еще один голос теперь с нами. Когда-то она пыталась заставить всех уйти. Притвориться, что их нет. Но какой там прок? Если мы всегда рядом. What's up, Land? Что за игрушка? Какой лор? Привет, Ксан. Игрушка по скандинавской мифологии. Это Хельхейм, табиш ад, да, скандинавский, насколько я понимаю. Вот, и у нее, у Энуи, да? По-моему, Энуя зовут. У нее голова ее возлюбленного, и, видимо, его душа попала в Хельхейм, и она отправилась в Хельхейм, чтобы освободить его душу. Вот. Так же бывает и с высотой. Когда стоишь на краю, можно притвориться, что все хорошо. Но все-таки ты знаешь, что смерть рядом. Она только ждет, что ты отступишься. Хочешь, не хочешь. Это так. О, Лора, поехавшая на голову барышня. Она не поехавшая, почему? Вот, она отправилась через реку там какую-то и, короче, добралась в Хельхейм. С головой. Эта голова все еще продолжает дышать. И здесь постоянные голоса всех умерших, они говорят, что типа он уже мертвый, у него не спасти, но она все равно сюда отправилась. Она пытается спасти его душу. Давно начал гамать? О, можешь посмотреть по таймеру, не знаю, минут 10-20. Врата, иди обратно, ты должна их открыть. Врата Хельхейм отделяют живых от мертвых. Не лицо ли это самой Хелы? Полусгнившей богини, правительницы Хельхейма.
Какие бы ужасы не скрывала эта дверь, она должна найти его. Здесь кто-то есть. Тьма. Ты забрала его у меня. Умоляю. Отпусти его. Я дам тебе все, что тебе хочешь. Я больше не буду сопротивляться. Верни его. Я вспоминаю зловещих мертвецов. Зло проникло в мою руку, а потом отрезал и прицепил вместо руки бензопилу. Окей, я примерно понял, как драться. Так, чат сказал, что нельзя быть мудаком, но я мудак, и вырубай, страшно. Хай, привет, Винки. Но, блин, если мудак, то я не знаю, чем помочь. То есть контрол блокировать нужно вовремя атаки, и, в принципе, все работает. Ага. На самом деле, боевка довольно простая, пока что, мне кажется. Да, ты можешь спокойно блокировать атаки во время нападения, и у тебя все получается. Откуда эти мужики появляются и почему их так много? Они из тени сделаны. Опс. Этих чуваков я не могу победить, они из дерьма сделаны из какого-то, я не знаю. Ну, просто я... меня сейчас убьют. Уйди. Я просто не могу. Подождите. По управлению нужно посмотреть. Посмотреть режим фото, двигаться блоком, перенос. Я не знаю, как убрать бой. Видимо, здесь должны были тебя победить. Так нечестно, эти чуваки бессмертные были. И она умерла. А это кто? Это третий какой-то чувак. Видение? Того, что случится? Вау. Бедная Сенуа. Тьма не торгуется. Ее нельзя уговорить. Гниль. Теперь она поселилась в ней. Она поползет вверх, к ее голове, к вместилищу духа, пока, наконец, от нее ничего не останется. Все муки кажутся напрасными. Это только дело времени. Время спойлеров? Ну попробуй.
тьма. Ага, темная гниль будет разрезаться каждый раз, когда вы не преуспеваете. Есть гниль для березной головы Синуэ, путешествие закончится. То есть у тебя здесь определенное количество попыток. И весь пройденный путь пройдет и забудется. Что будет? В бан отправишься. Спойлеры запрещены на канале. Самые тяжкие битвы ведутся разумом. Я этому Дилион научил. Темная гниль будет распространяться все больше при каждом положении поражения, пока не доберется до ее души. Но она еще может управлять своим разумом. И она сдержит свое любой ценой.